СПД, говоришь? Да, СПДшки всем, и ДДшные, что-то танки, сопроты пусть выйдут. Давайте шкафсом заново все. Ты давай СПДшки возьми, Саня милишные возьмет. Да, я взял милишные уже. Окей. По сколько, по одной или по сколько? В одной. Юй, если сопрот нужен, давай обмен дестройера дам сразу. Так, я, короче, сфера рыцаря в ГБ кину, который я выиграл. Да, кинь так, ГБ пятую ячейку. А кто выдает СПДшное? Так, подожди, мне нужно решить, кто из вас еще на замену пойдет. Жень, смотри, сколько босса нужны ботом. С чемпов. С чемпов, все, иди на замену, Леня, заходи в рейд. Милики, обмен дестройера за мили фласками, кому надо. Что там, сумма-то будет? Вот от тестера сумма-нибудь. Жёстко. Давайте, давайте, Ренессанс, Наёми, Буревестник, заходим по пастику. Я сейчас. Знаете, речь обмен, мили-мили. Напоминаю, эти метки на змей, когда змеи выйдут, крест третья пачка РДшников, четвертая пачка квадрат, все остальные с первой и второй пачки РДшники тоже к квадрату относятся, и пятая луна. Далее, когда выходит ледяной рев, обязательно все своих петов уберите, тотемы следите там тоже, и будем бить либо в трусах, либо в ромбике. Все должны в пивар будут упиваться. И убегаем от босса, еще раз напоминаю, никогда не бежите вперед. Вот так никогда не бежите. Бежите либо вправо, либо влево. Также смотрите такой момент. Когда вам скажут подойти к пивару, это значит, вы все прям ушли и уперлись сюда, чтобы кто-то здесь не стоял. Потому что находятся люди, которые начинают вот так вот бежать и ловят всегда лицом. Поэтому старайтесь всегда вот так стоять жопой. Есть так, давай, Женя, иди. Фридом, в ГБ есть, в пятой ячейке. Это я тебя есть возможность забрать. ДД, фласки от дестройера, милит, фласки ДД от дестройера. Чарри лопнутся, так. Все, давайте, погнали. СС, дать кому? Секунду, я перезаряжу, сейчас скажу. Поменяю, чуть-чуть слабее сделаю. Давай, Джан, к лапочке СС, а Будрейвен закинь, вот тут может сдохнуть. Ну, тут чисто рандом. Ну, давай к Мейсон, он первый раз. Серега, у тебя рыба есть у меня? Да, есть еще. Ставить? Ну сейчас зайдет в следующем. Вальто локати. А, он сейчас спек делает. Да, может ставить. Спек делает. Локсар, кинем кашку Будрейвену. Я кинул Марсезу, Марсез не кинул. Кого там ДДшные были? ДДшные у Дестройера. Готовность на пол. Если все. Кулаки. 300 бафа нет еще. Не забудьте кулаки еще по шаману закинуть. Давай. 300 бафа нет. Давай, Санька, кулаки у него прокачаны, в Акати, каски, Ваня, МП5. А прота будет? Что? Прота не будет. Дайте не кулак будет. Под АК лучше, жмоты. И по хантам дайте, нет, по хантам, кулак. Кинь еще раз наемный обмен. Не, ну пристабов тоже можно дать. Ну давайте, ребята, быстрее, че вы... Дайте столик. Жень, у тебя ты самого возможности есть вкладку взять в ГБ. Ну сейчас дам. 6 фласок взяли только. Так, а кто ДДшный раздает? Да, блядь, ну вы заебали, дестройеров.
Да я по телефону разговаривал с Алином. Какой-то маг, столик, ебанись. Набрать. Паладинов какой-то, который кулаки раздает, он в слоте. Какие да, вы... вообще нет. Кулака нет. Медленные. Сацуны, раздай кулаки всем. Я даю. Я, нет, я это раскидываю. Ну что вы там готовы? Так, короче, третья пати ДДшников слева, четвертая справа, вторая пати к четвертой относится. Скибиди, скибиди, четыре кнопки слева хилят, лапочка, лапочка буревестник справа, и Наоми тоже справа хилят. Ну, шнурки, Галя. Галя, буревестник, все, все готовы, запускаю босса. Дайте поставить вначале босса, и потом только вырываетесь. Также следите за стайками. Кто сдохнет от огня, минус 300 уже будет. Его тем более после всего. Поставьте паладина. Те из вас, кто смогут пережить испытания, пойдут в ряды серебряного авангарда. Фредрики, прием. Треть таура. Саня, Женин. Разберитесь там уже, а? Коля, первый танч. Готовься. Бой, герой. 5, 4, 3, 2, 1. И не ужин на него по всякий случай, чтобы он не убежал обратно. Брось, ты напоминаешь мне, тратим. Мимики, массакру нажми, Ваня. Выбегите, мимики все, гимн любой бой нажми. Смотрите аккуратно, мимики, не сдохните. Юра, подвигайся, чтобы тебя прокинули. Все, мастер, да. Нагонит, мастер, добегали. Нет, это та же. А. Стаки не набирайте, Сацуна 3 стака, Мейсон 3 стака, Леня. Гоните. Марсес, подвигайся. Блядь, Джипси, замуть микрофон. Ганг, подвигайся. Добейте моба, что так долго падает моб. Алло, сразу по мобу. Братка, подбеги под босса. Марсеза прохильте, подвигайся, Марсеза, чтобы тебя прохильно. Добивайте босса. Троянского гоблина потом собьем. Беги под ворота прям, Андрей, чтобы все урон не теряли. Все, РДшники разошлись по своим меткам. Третья пачка крест, вторая, четвертая квадрат. Снобальд. Снобальда добейте на Марсезе. Подбеги к этому, к миликам, Марсез, быстрее. Блять, дай ему БР из Морски. Не, из Морски тоже, если что, снобаль. Ну? Дай лапочка, ты БР. Бьет. Ребафните его, дайте еще одну геру. Блять. Саня, иллюзий нажми. Зачем ты дал, пиздец? И мне тоже в капе. Ладно, похуй. Ничего, из Морски. Ты вот это не понимаешь, не понимаешь, что вообще, да. Я сам рассказывал про эти где-то, поэтому ты чем-то, а вы... Мы же как изменились, первая пати миликов бьет слева, вторая справа. РДшники уже набрали рейндж. Накастуй гимн на ману Войд. Магом ману, понятно. Набрали рейндж, держите. Коля, ты готовься что-то отдавать. Тейв. Мастер аур обязательно на огонь, и Ваня тоже, если откатился. Милики, уже убегайте, бегите, ищите место, где свободное. Только чини через РДДшников, массейф отдали. Серега, забери босса, отошел. Коля, убеги куда-нибудь. От меня отойдите. Танчи. Не вижу. Ты сам можешь. Я где мы чешую убили? Да тихо ты, ёптвою.
Еще один харчок может будет, разбежались тоже милики. На всякий случай. Нет, хорошо. Все, Серега, иди лови этого ледяного, что ведешь его трусы. Коля там же и танчи. Разверни только от нас. Смотрите, дышит конусом на 120 градусов. Под жопу босса никто не бьет. Все бьют сбоку. Все, я отлагал ее тут. Петов уже убрали все. Петов, тотемы, смотрите, аккуратно. Портал уберите напротив этого. Иди, Серега, к трусам. Кто, Сацуна первый фридом? Или мне? Да. Сацуна, наверное, нет. Он врезается в блоковские порталы. Сразу говорю. Да, уберите поэтому порталы тоже в свое на трусов. Вообще все. И тотемы не забудьте убрать. Все, сбежали все в пивар. Прям в пивар встаньте, чтобы никто не отлетал. Сбежали все в пивар, упритесь в него. За что, блять, кроме одного Ренессанс Юра. Юра влево убегает, все остальные куда угодно, только убедите. Молодцы, ахуй там молодцы, наёмные. Я бурс нажал. Это ГП. Минус 500. Это минус 500, блин. Ладно. Бля, еще одно врезание, и мы его не убьем, так что давайте этот, блин. Давай следующее врезание вместо еще. Давай. Сбежали все в пивар, он уже откинул, все, можете в пивар все стать, чтобы не отлетать. Сбежались. Ну, пиварчик. Ну, блядь, ну что, я не понимаю просто. Смотрите влево аккуратно сейчас, не бегите, потому что там стоит Полинор. Кот. Ну, ну вы, сука, тупые или как? Ну, говорю, влево не бегите, все равно бегут влево. Ну, ой, бля. Настыч. Бля, даже метка череп, нахуй, на человека вешается, на котором он бежит. Да почему сложно просто стать в пивар, блядь? Станьте вы все туда, вот какого хера вы там тусите? Я ж не знаю, что найдется какой-то додик, который побежит. Прямо на ветре. Обрезание будет, ну, нормально. Мы убьем. Станьте все в пивар уже. Абсолютно все. Ну, подошли в одну точку. И все равно, блин, Локсар. Ня. Выберите тока, пожалуйста, Христа ради. Ура. Готовьте диваны, если на всякий случай. Где я должен успеть? Попробую покатить. Не, не получится, Серега, там только диван. Быстро бегает. Давайте, давайте, 4%, молодцы. Слава Аллаху во веки веков. Второй босс кому нужен из-за замены? Быстрее, да нет? Так, а что там? Пишите. Давай, привет. Давай, давай. Привет. Когда мне нужен второй босс? Третий нужен. Хорошо. Если кому-то нужен, будет сами отпишутся, что ты у каждого лично спрашиваешь. Я уступлю тебе бот. Третий. Потому что, да. Короче, у меня... Ему наруч надо. Работает. Что еще раз, Паш? Ему наруч. Да. Бля, там судья ничего не слышит. Говорят, мне интернет дадут. Ну, ничего страшного. Обычно, нет? Да, Петя, если кто пытается. Ну, если не успею, то сорян. У меня интернет только с телефона, с телефона у меня пинг 1000, я ничего не могу взять. Не, конечно, Паша, конечно. Нет. Все, погнали дальше. Напоминаю, бурсты не тратите на порталы, бурсты не все оставляете на пенек, когда появляется. Также, когда появляется пенек, все РДДшники убегают в сторону щита. Вот сюда, в сторону щитка. Далее, и бьют все пенек обязательно, отдают все бурсты. Стаки должны мгновенно сниматься, прохиливать тоже должны человека. Появляются бабы, бабы тоже должны убить. На Йоме зубы закинешь по Сацуне, давай. Буревестник, орехи по Троянскому,
Запускайте. А, скибиди, скибиди по шнуркам, да. Коля, прыгни в ДДшку. Все, давайте РДДшники вокруг креста. Вокруг с левой стороны, вокруг креста. Сейчас и крест. Блин, метки забагаюсь. Вон, вот тотемы стоят. Вокруг тотемов по два человека, рендж 10 метров, чтобы молния не во всех залетала. На пулы в квадрат. Петь, ты еще понадобишься, наверное, на этих, на чемпов. Что некому. Некому будет. Марсеза там, смотрите, чтобы полурибал был. У нас кастеры все слева, что справа места нет? Справа не надо становиться. Все правильно не стали. И слева. Только смотрите, хоть сюда не выносите метку. В нас. И по два человека станьте. Вот между такими мини-группками по два человека. Один в одного просто зайдите и рейндж 10 метров держите. И будет все красиво. Если пройдет молния. Ну, если ты на пол уже я давайте. Просто спросил, блядь. Я ничего не высказывался. Не, так я же ничего не сказал. Да там он пишет, блядь. Ай, пофиг. Здесь токсики. Косты под конец сбиваете, старайтесь, ребят, тогда меньше костов будет. Здесь. Ну, лучше сразу, чтобы он не поворачивался. Ну, окей. Вьюю не напуливай. Сыграли по воротам. Ваня, ты отдашь на воротах Войда прохильте. Отдашь массакру. И этот мастер Аур на огонь. Ну ты говоришь, не прожиматься, Герария прожался, типа. Мы будем именно шансы такой давать. Стаки сняли с боссом. Быстрее. Быстрее, очень медленно стаки могла молния пройти. На пулы в дестро. Еще раз говорю, пока дай. Сацуны прохил, квадратик вам поставили. Ставьте на пулы все туда. Через сколько там идти? Портал? Скажите, когда будет секунд 5, Юй и Коля выбежал. Готовьтесь. Милики уже приготовились, скоро будет пенек появляться. РДДшники снимаете в начале стаки, потом отходите все назад. Изморский иннер по Наёми. Да и вы свои милики тоже отдали. Нормально. Кого по ОХП из миликов отбегите просто. Троянский выбеги. Ренессанса прохил. Каз сбили. Лапочка может по себе залетит. Так и сняли максимально быстро лапочку прохил. Террария, Леня выбежал. Быстрее. Хорошо. Смотри, от хилов только далеко не убегай. Ну не в эту сторону, к выходу. Спирить могли. Успеваем убивать до вторых големов. Сколько там? 59, по идее, должен успеть. По порталу сыграли и добиваем босса. Марсеза прохилите. Каст, блять, не сбили. Похер. Нет, промах. Вакати. Скоро стаки будут на 8 приготовки. Сняли. Нормально счет был. Все, добивайте просто, 30 секунд должен успеть. Бэттестера прохильте. Каст, бейте. Смотрите, кому с третьего босса что нужно, говорите быстрее, бета-тестер выбежал. Гламур и Кадама, я помню. Сосанов, босс. Я думаю, через Гера пробили. Да, Гера не нужна. Урон стал намного выше. Ну,
плюс по пиксели. О, крудак. Я могу уступить, Сань, кодами. Да, ты мне кодами уступишь? Да, конечно. Не, так это да. И Гламур вместо Вудрейвена зайдет, ему надо отойти. Вудрейвен только вернешься, ты нужен будет. Юр, спасибо. Саш, могу я Вудрейвену уступить? Гламур пусть. А ему надо уйти, Женька. Петь тоже заходи. Секундочку. Запускаем босса, смотрите, босса не запустить, не заагрите. Там это, можно два танка на Ярочку? Вдруг на 50 пойдем? Так мы все время в одного, Вань, вообще без боя убивали, только Сасуна хапала прыгнула. Два? Надежнее, чем один. Лучше два хапала, наверное, да, то он же все равно не удержит второй танк, с него просто сорвутся. Понимаешь, если один просто умрет с шота, то второй будет, и на него сагрятся. Если первого шотнет, и все пойдут в рейд, то будет все конечно. Я думаю, что они так пойдут в рейд. Или проверено уже. Проверен. Сейчас они мало бьют, можно проверить. Без танков убить. Так. Я скажу так, если потом они шотнули одного танка, то на втором они уже висеть не будут, потому что иначе бы они разделились. Я вот тоже думаю, что они висеть не будут, но Ваня, да, если вы уверен, можете, то... Либо ДК даст тебе эсбаунд и там нажмет что-нибудь типа войска, либо ты ему дашь там шатисто и застанешь половину, то есть тебе подсейвите хотя бы, и умереть вам будет гораздо труднее. Ладно, давай тогда Женька офнись, тогда ты просто офни персонажа, будет дальше нужен. Петя, заходи в рейд. Полинор, давай в хила, Саня тоже в хила. Гламур, поставишь Пете этот, как его, ну ты понял, короче, тотемы. Тебе скажут, какие. Играем по черепу, перебегаем на другую сторону. По контролю. Квадратик будет первый контролить определенно, второй будет контролить джанг. Дерево, Саня, джанг тоже здесь, не здесь. Сейчас мы засмотрим. Фиксики нам засмонить, я знаю. Так, по черепу играем, квадрат первый контролит определенно, второй джанг, третий изморский, это квадрат. По... Не, давай квадрат, лучше ты первый Марсес, я пойду лучше сам за контролю Алису. По трусам первый контролит определенно, второй контролит лапочка, и джанг тоже отправляешь Суккубу на трусы. А квадрат мне контролить в итоге? Да, ты вторым контролишь. Когда диминишинг на хекс будет, ты контролишь квадрат. Потом будет диминишинг на трусах, переключишься на трусы, если что. Также трусы запомните еще. Гламур запомни трусы, тоже должна быть законтролена. И Кадама давай тоже будешь подкидывать трапу лину. Напоминаю, бьете без АУЕ, бьете все точечно, играете все по черепу, через Геру сразу. Жека. Скибиди. Гламур, Женек. Гламур, да, тебе ставит. В красную ветку кинь туда вот трепет. Жека Скибиди. Сань, потом начислишь или сразу? Я за всех сразу потом начислю. Так, какая разница, все равно потом будем разбираться. Все, перебегайте все вправо, первый пойдет гриппать. Саня, стой, подожди. Ты видишь, у тебя Скибиди в инсте, он в шестой пати. Танка тебя не могут засумонить из-за этого. Не видел. Жень, ты тут? Офни персонажа пока что просто. Мы Петю засумоним. Который Скибиди. Сейчас я выйду. Жень, да ты просто лучше офни персонажа, чтобы тебе тваска не тикала. Если есть такая возможность. Петю засумоним. Все, я лучше засумонить. Благодарю. СС на лапочку. СС, давай один на Петю, кто-нибудь... А, у тебя один остался. Нет смысла. Ну, танков бесполезно. Лучше на Сасуна и меня. Лучше хапал. Давай на Сасуна. Давай на Сасуна тогда. Готовность на пол. Встаньте все на доски, прям все люди на доски, кроме Трояныча. Он знает, что делать. Первый Троянский, потом...
Дестройер грипнет, потом Юй. Апокалипсис оставишь свой грип на всякий случай, если он блинк даст и так далее. А, это лог не даст блинк. Смотрите, там иногда частицы диспелят, поэтому он тоже в прошлый раз Петя так и сдох. А у нас нет бладиков с червями? То все? Готово? Тотем утикает? Сейчас я запущу. Хочешь, буду. Запущу. Я не надо. Да я так буду их делать обратно. Все, тихо, давай. Главное контроль, квадрат и трусы. Две метки нужны без контроля гриппы. Тебе отдайте гриппу. Понятно, грипщики, блядь. Все самому делать. Хорошо подошел. Прям охуенно. Молодец. Респектую. Прям замечательно. Все, вайп. Да не вайп, Петя. Ну тут половина на мне. Ну да, долбоёб. Ну, мин. Мне минус дадите. На мне сейчас. Я Петя. А следующий, блядь. Отсюда, я бабл прожимал. Кого дальше, быстро? Квадрат. Так, стой там. Куда вы побежали на центр все, ебаный в рот? Кайтите, они уже все согрелись. Лейте трапы хантами и кайтите. Убегай, далеко убегай. Все вплотную к нему стоишь, Санек, прям. По бревну бан дайте, эфир. Вара забрал. В дикий подгрибника мне кого-нибудь мерика. Чем мне 20 секунд, когда? Вон, шаг сквозь тень, короче. Рубик, законтрольте. Те, кто контролил трусы, поконтрольте Рубик сейчас. Я ДК забираю сюда. Давай пробуем. Да, поконтроль Рубик. Пофиряй его. Квадрат добьете, играйте по трусам дальше. Пару эфиры задайте еще. На Йоме маст диспель побольше. Сицуна, ко мне подбеги поближе. Стигем, ко мне поближе. Вот туда. Сейчас я в него въеду стан дам, ты отойдешь. Я слишком далеко отбежал. Грибни. Дрози грибом. ПД. Не могу. Аковывают, кидай по ПД. Я это делаю. Давай. Как грипнешь, я в него въеду стан дам, и ты отбежишь. По трусам точнее играем, ромбик в кайте. Ромбик контрольте обязательно и звездочку. Все, отбегайте. Я зарано подбежал, мне минус. Два забрал. Ох, главное без паники. Кого бьем? Трусы? Паника была. Да, Мажи. Трусы бьете, ромбик кайте. Ну, чтобы от рога, в принципе, какие-то. Роги не сбейте контроль. Ромбик, вот если что. Рога, смотрите, бьет какого-то кастера. Джанг, по-моему, тебя аккуратно. Я сокру, дал Джанг, может, и... Не надо. Петю поднимите. Смотрите, там. Да. Частицы. Петя, не порезаешь, блядь. Не порезу, пожалуйста, ты дожишь иногда эти. Да я пытаюсь цех поставить, чтобы жопу не били. Изморский по контролю, ромбик. Ромбик. Меня мордило. Все, тихо. Чего тут столько фуда, блин? Из марта не смотрится. Гламур, не танчи лицом. Сейчас же сдох. Кого дальше? Дальше ромбик бейте, звездочку по контролю, и так дальше не будет. Подиспелите ромбик на Йоме. Ты на диспеле будь тупо. Сань, может БР дашь? Да, не надо. Тут только добьем. Тогда все. РДшники сдохли, и дальше. Главное РДшников убить, пока три живы. Двух контролей надо. Диспел ромбик дайте. Дальше по звездочке будем играть. Смотрите, лицом ромбик не танчит, больно бьет, очень больно. Звездочка только с Винфьюри больно бьет. Кстати, один ДДшник Вилане косты потикать. Только свет не бьет. Я сейчас по контролю. Не сбивайте хексы. Я не по контролю. Ладно. Понял. Давайте звездочку, диспел звездочку.
там ходка висит. Изморский сейчас поставлю череп. Изморский поставил череп. Контроль череп. Я ее пока фигаю. Потом джанк ты можешь пофирять ее. Потом я похиксую. Это тестер, можешь не убегать, я похилю. Уху, интернет даль, пацаны. Законтролите еще кто-нибудь печеньку. Любой маг. Играйте просто по печеньке сейчас. Сейчас, да, по печеньке будем играть. Можно уже, в принципе, по всем им троем играть. Можете уебками бить, все, и держите их рядом. Не контрольте больше. Акула джагу кинул, можешь похилить со мной. Диспел дайте по печеньке. Еще. Еще. Краснояс на череп. Весь, повесь. Дам стан Вилане после овцы. Овца только началась, Санька. Так там мор висит. Бревно бейте. Ну, понял. Ну, тут можно сказать уехать, пофиг. Гриппните просто Вилану к бревну, и чтоб она чуть-чуть за УЕ умирала, а вары ее закливают. А на сколько процентов последний раз понерфили ИВК? 15. На 15. И урона ХП? Все, да. Урона 12. Да, урон на 12. Магический урон на 12, физический, по-моему, на 15 и на 15% ХП покорезали. Сейчас вообще говнище какое-то стало, как и кабычка. А и кабачку на 17%. Да это чтобы быстрее, блядь, новый контент открывать не делал, скорее всего. Целка 11 гильдий закрыла только. Может 12 уже. Потому что проходка типа, слишком сложная, и если новые люди приходят, блокера собирать слишком долго. Ну это да. Там на сайте недостоверно по поводу целка. Ну, я на форуме то, что смотрел. О, не на форуме, а на этом ладере ПВЕ. Ну, я знаю, там недостоверный фан. Мы там не убили целка, я слышал. Там мы убили 12, ну... Нет, мы убили 12. Там лич убит написано. Да, на лич убит, а этого нет. Бейте обоих. Сразу бей. Ведите их, чтобы клевать. Не убегай, Сань. Сань, не убегай. Траку, повесьте мне. Не убегай. Ваня. Смотри, мне сейчас ДКшник сложит меня. На тебе все ходки висит. У тебя фулл ход и сакра. Что он тебе там сложит? Ладно, ладно, не быкуйся, а. Там... Саня, я в танка. Сейчас подумаем, кто в танку. Серега и Коля обязательно в танка, еще нужно два. Я тут. Физики, спек и санка. Ну что, я пошел? Ну, может Сид mm-hmm. опять на этот, может на Нуба, я не знаю, Пашку или тебя ставить. Ты-то проверен уже. Если будет 50 на 50, наверное, лучше ты останься. Еще я скажу. 50 на из 50 при моем участии крайне маловероятно. Но эта роль очень неудобная. Именно очень неудобная. Вероятность прослакать в первый раз у меня очень велика. Если есть, ну, у Паши. Да. А у Паши вообще первый раз он это будет делать. Да. Так что вероятность одинаковая. Ладно, пока снаружи подожду. Да, давай. А что? Слышь, мне вальки нужны, да. Если что. Ой. Что? Вальки? Мне нужны вальки, да. Юр, можешь это сменять меня. Стоп, стоп. Тихо. Подожди. Братка, тебе вальки нужны? Потому что нужен на пол хороший. Хотя бы раз, кто внимание будет. Давай, Юра, вместо Враски тогда. Выбеги просто Враска наружу. Кому-то еще замены босс не нужен? Ой, с рейда. А, Петя, сомалийский, заходи и прыгай в танк сразу. Мне не надо. Все, нормально, так останется. Да не ебашь. А, сука. Короче, кто танки?
воды хочу. Так, танки, сомалийская, дестройер, Юи. Надо, чтобы кто-то не засвакал ловить сферки. Давай, Женя, вока, типа я в тебя уверен. А я пошел воды набирать. Давай. ВК легкий? Да. Ну, стал намного проще, просто в разы. Намного легче. Я сейчас... А мне дай минус, Ваня, за то, что я чуть глаз не положил. Ладно, не вайпнул, минус. Не вайпнул. Не, ну так по-честному, не, давай. Не вайпнул, просто на будущее не вставай, и все так близко. Ты буквально на 5 метров бы дальше был, они бы не сорвались. Да, нет, тоже... но бывает, что маг стоит прямо на досках в этом рейде, они все равно на мага срываются и бегут. А, видишь, в чем говорю. Прелесть по Вара? То, что они срываются, когда дают фир. Я этот фир сразу снимаю, и они возвращаются назад. Нет, они не успеют переделать агро. Потом, у них есть конкретно срыв агра на конкретные скиллы. Какие-то там прожимаешь, когда вот спокойствие отдали, они сразу от меня побежали. Ладно, давайте пойдем бить дальше, как время не тратить. Короче, я говорю, что я сделал ошибку, мне минус 300 дай по-любому. Так, я захожу. Женька, на нуба зайдешь, здесь пропилит меня. Короче, вызываю Валик. Не могу вызвать почему-то. Все? Что за хуйня? Не, вызвали, наверное. А, вызвали. Ты мне плюс 200, Ваня, дал, минус... Он дал минус 500, потом плюс 200. А, понял. Третью паладинами. Так, теперь. Коля танчит, Юй танчит на пулы все в Юй, будет танчить звездочку. На пулы два ханта знают, как отдавать, напуливают печеньку. Все берут темную, играют по звездочке. Напоминаю, вначале не бурстите сильно, бейте просто, чтобы уверенно убили. Дайте, и бить можно будет только, когда я скажу. До этого времени просто стоите и чилите. Далее. Так, далее. Серега будет ловить сферки справа, пока дестройер. Сомалийский будет ловить сферки слева, и Вакати будет ловить сферки сзади. Ни одна сферка противоположного света не должна залететь у нас в рейд. Обязательно. Жень, прыгай в танк. Вакати. Ну, надо точно... Закрыли 100%. Лучше перестраховаться. Так. Все, теперь рейд всегда стоит кучно в одной точке. Вот, сюда максимально кучно станьте все остальные. Потому что сейчас разводим стоит. Ну, быстрее, подошли. Да, сегодня еще уровень магии будет. Дальше готовность. Босса, напоминаю, никто не бьет без команды. И когда скажу бить, сразу сильно не врывайте. И за гром своим следите. А уешками не бейте. Лучше меньше урона дайте. Ждем, 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 пока не приведут. Ждем еще. Развернут босса, можете играть аккуратно, только следите за гром. Мейсон, дайте ему бок кто-нибудь. Что непонятно? Сфера залетела там откуда. Приготовьте, скоро спецспособность будет. Колю проклянимите. Продолжайте бить. Сбивайте-ка сразу. По шнуркам сальву дайте. Закинь, Санька. Я отдавал. Потом Коля. Жень, если у тебя есть, закинь. Порядок, порядок. Следующая спецспособность через 9 секунд. Приготовьтесь. Две. Темная воронка, продолжайте бить, отлично. За следующих два каста будет белых. Сейчас пройдет каст. Приготовьтесь, танки мы
после каста будем цвет менять скоро. Коля, ты тоже меняешь. Танки, да. Приготовьтесь ловить светлые сферы. Все взяли светлую сферу. Играем по темной. Сейчас танки ловят темные сферы. Следите за угром, ебаный. Бэр, давай. Ну да, дай и Джанку. Не, лучше и санцу. Пусть этот возьмем. Сразу светлый бери. Бери, Юра, сразу светлую. Нажмитесь, танки. Коль, нажми айсбаунт. Темная, блять. Дальше будет светлый щит, если она доживет. В принципе, давайте Геру, что мы тут начнем по нами бить. Не надо. Да, можно равно, по мне салю? Ха-ха. Наби, тебе перегнал? Нет. Она мне только-только вот это появилось. Меня вот это. Так на мне она тоже села. Где Фрина? Сначала просто не справился, смирись. Сука. Что, на выбрейс? Не заслужил. Так, Петя, Женя, возвращайтесь. Паша, либо Вадим, но зашел, кто-то из вас на хапал, на паладин зашел. Кстати, Саня, я болею, поэтому давай третий на пол возьмем. Я могу проебаться. Ничего. Обязательно. Да, возьмем. Дальних двоих лучше напуливать, а ближнего я, в принципе, пытаюсь собирать. Ну, то есть ближними проще, а дальние затонтить проблематично, потому что они в кастах. Хорошо, я дальних этот. На дальних два поставлю, а ближнего одного. Так, я понимаю, теперь... если плащ выпадет, меня задушат, да? Да, я должен буду зашить. Хотя, пожалуйста, сколько? Тебя много, да? Я до хуя. Ладно. Спустите там кто-нибудь. Ну, Петь, за 1к ты его точно не заберешь, ну, если по факту. Ну, а за 12 ты его тоже не заберешь, по факту. Да не, ну, 12 это много, наверное. Ну, ты не заберешь его за 12. А я не буду. Так, ребят, теперь... Кому не нужен этот босс? Ну, или кому? Так, ладно, другой вопрос задам. Кому какая шмотка нужна с боссом? Кидайте ее на этот, на... Не, лапочку оставь. Пятый хил пойдет. Так, Паша, ты... Ничего не надо. На паладина. Но тебе надо этот, нам нужен 4-й паладин просто, в принципе. Ну, сейчас. Лёня, надо что-то с босса. Лёня, у тебя, по-моему, ИП нет. Ну, я могу, конечно, освободить место, но... Типа, я думал, что я типа думал в Армсе, типа, тут Армс нужен же, ты говорил. Нужен. Или так убьёт? Паладина. Марсес, что там надо с боссом? Кроме плаща. Все, тогда давай, плащ, я не думаю, что ты заберешь, там кучу людей хватает, типа Пашка в рейд, Леня на замену, Хики тоже в рейд, Враска еще нужен, и Лок какой-нибудь. Там Дексиона был. Ну что, сейчас... Я тогда ушлюсь. Умрет на этом трае по своей вине или вайпнет трейд, получит премию Дарвина в 2000. О. Нихуя себе! Так, ладно. Эмобой, что нужно? Какая шмотка нужна? Плащ. Ну, выпал плащ силы Эстаса. Давай, 750 старт. Че там? Что? Не пышься? Трика. Дексиона, ты, кстати, тоже участвуешь. Вот. Сапроты пьем.
да, то шарит может перепить потом саппортом. Приоритетный хп-а у тебя 4 кнопки будет, единственный хп-а. Ну, быстрее ИП-шим. Эмобой раз, плащ, эмобой РСЛС-тушу. Два. Что, за 3000 входа? Нет, ты не в пролете, сейчас придумаем что-нибудь. Так, Наёми, какие шмотки нужны с этого босса? Плащ, Алина. Токен. Токен какой? Регали. Нужны регали? Блять. Ай. Апокалипсис тоже. Да ладно, Сань, я могу вступить. Подожди, ты топ-1 на плащ по ЕП. Успеть. Все, Галя, Галя на замену. Тихо. Галя на замену. Раз ковры, как третий. Так, теперь один из локов нужен еще будет. Эмобой вместо джанка. Короче, еще раз. Сила Эстаса. Эмобой 3000. Кто-то больше ставит? 3-5 джанк. Давайте быстрее только. 4К. Мне еще пуха нужна Айтриня. Пуха Айтриня. Ладно, тогда оставайся. Топ-хайп тоже в рейд. Тогда... Ну смотри, я могу уйти, если... Мейсон, чей это твин? Вот уберите твина. Не твин. Майк. Остается. Так. Ему бой еще нужно закинуть. Ну, давай, Женя, вместо тебя ему бой тогда. Гламур, который. Все, офис. Так. Ну все, такой пачкой пойдем. Бафа нет. Подожди, давай, Серега, тогда тоже на замену. Дексион в рейд. Вот такой пачкой. Коля, прыгай в танк. Возьмите он, у него друид одета посильнее будет. Захиливать сразу же можно. Ну. Люблец. Нормально. Нормально и так захилим. Пошли. Все, захилить. Сос, можете первых 6 спать. Этот, поставьте ГБ, саппроты разбирайте. Кто шарит, как перепить саппроты, перепьете потом. Кто не шарит, лучше сразу выпить. Кидайте обмен. Определенно, Ваня, тоже возьми саппроты. И Сацуны возьми саппроты. Я там разделил их. Шкаф. Понятно, нахуй ты прыгнул в портал. А, блядь. Никогда не действовал чужим порталом, чтобы я попался. Никогда. Да чё, не фуди. А ты что-то говоришь, что ли, все получил? Да пишешь, не хул, все равно бить. Здесь поговорить нельзя, нахуй. Да и нахуй. Нельзя. Я что, в России, блядь? Шут. Ну, не в России. Короче. Вот тактики. Напуливать буду справа. Когда мы будем слева напуливать, справа ренессансы вражеского оба напуливаете мобов. Это первый момент. Играете всегда тупо по анубу до закопки. Когда он закапывается, сейчас объясню. По сферкам никто не играет. По сферкам играет 3 человека, должно быть с уроном по сферам. Это я, Троянский и Юй. Больше не должно быть людей с уроном по сферам. Так, крест. Здесь будет разбита сфера. В крест никогда не бежите разбивать, когда выбирается целью. Ваш выбирает целью ануб. Далее. Вот стоят две метки, квадрат и ромб. Взрывается ануб. Мы все выбегаем в центр. Никакие напулы, ничего такого не изается. Выбегаем мы в центр. Выбирается какая-то цель. Цель, это, которая выбралась, бежит к ромбу. Там будет разбита сферка. Разбитая сферка становится перед сферкой. Не заходит на сферку. Ждет, пока закинет боб. Закинули боб.
забегаете, ждете 2 секунды окончания боба, забегаете на сферку. Весь остальной рейд. Вот здесь будет в районе креста очень много мобов. Вот здесь. Все РДДшники должны стоять за крестом. Не стойте перед ним, чтобы мобы шли через крест. И играйте через АОЕ по мобам. Приоритет всегда мелкие мобы. Дальше. А ну, разбил ромбик, выбралась какая-то другая цель. Другая цель выбралась, она бежит к квадратику. В квадратике тоже будет разбита сферка. Тоже становится перед сферкой. Ждете 2 секунды до окончания боба. Закидывают вам боб. Ждете 2 секунды до окончания боба, заходите на сферку. Далее. Весь остальной рейд уже в этот момент будет примерно вот здесь стоять. Вот здесь. Стоим, ждем выбора третьей цели. Играем по мобам. Выбралась третья цель. Третья цель просто убегает к речке туда. И кайфит нуба. Все остальные добивают мелкий трэш. Обязательно. И так будет две фазы. Два раза. Первый раз в ромбе всегда взрываем. Второй раз в квадрате. Потом ануб взрывается. Второй раз то же самое. Первый в ромбе, второй в квадрате добиваем. Так, далее. Начинается третья фаза. Все становятся под жопу ануба и бурстят. Просто бурстят. Его лупят как могут. Саня, кинь лапочку в первую пати вместо топ-хайпа. Я орк. Я там апа. Сейчас. Я еще кину всех этих. Всех хантов во вторую пачку. Все. Так. Джанг поставлю. Джанг закинешь СС, когда мы будем подходить. В принципе, сейчас закидываем. Ренессанс, эмобой на враску, Дексиона на кадаму. Ставлю рыбу. Вопрос есть. А кто у нас Армс? Ты, Леня. Вопрос. У нас нет Армса. Мейсон, есть Армс? Ну, бля, придется хантам бить, значит. Хан. Ребят, давайте мы эту пачку соберем, сильно убьем, блядь, отсюда уйдем. В следующий раз будете убивать. Ну, у Шнурков тоже есть армс, если ж. Ну там ДПС, блядь, вот, в два раза больше. У Гали есть армс тоже. Галя, это Лёня есть. Лёня есть армс. Можно Лёню взять. Этот. Да, Наёми, и ни в коем случае не считай блокера. И сними четвертый кусок Т4, если есть. Так пусть его просто поменяй на любую другую шмотку. Там проблема. А Кэля тут для начала? Там да, урон соло цель даже выше в РМС, чем был. Жди, блядь, не уёрнись. Короче. Лёня, давай в рейд, ладно. Дексиона надо что-то с босса? Кроме поща. Все, давай, Лёня, в рейд вместо Дексиона. Заходи быстрее. Как? Манекен забурстишь, вот что я скажу. Вот. Я поставлю тебе этот телепорт, иди, Дексион. А у нас лайни надо тебе брать, они же слабенькие. Шкаф поставьте. Нормальная мать. Блин, заходи сразу, чтоб разбери, и будем начинать. Мы с ним делаем проходку, Саш, или чего? Да. Думаешь, что мешает, а ты сразу просто сделал? У нас просто каждый раз у тебя получается, в следующий раз я соберу сильный рейд, и все, и мы идем. Все, в следующий раз сильный рейд. Так а что сейчас не сильный? Так один человек, и остальное все сильнее. Че? В чем проблема? Да у меня нет проблем, Саша, это у тебя проблема, как раз какие-то проблемы. Я в рейде уже, мне нет. Дайте класку. Да нет ни у кого проблем, взвалились в кучу, отожрались и погнали убивать. Ну, тут нормальный дайте, рейд. Дайте сейчас. Сапрот, у кого сапрот? Черепа. Дай мне обмен. Черепка. Да, выйди, ты чего на. Только сейчас не вниз рейда, чтобы не во время пула, а то забагаешь всем хил бот. И получишь мне игрока. Все, готов. Готовность на пул.
Еще по бопам, кто какой по очередности дается. Первый пойдет 4 кнопки, потом пойдет Локати, третий побежит туда к Рамбу Пахлаван, четвертый Сосун. Все, подбежали все за мной, за квадратиком. Никто босса не пулит. Пулит танк по слову пул. Так еще. На первой секунде пять. В какую сторону я напулю? Левую. Ты напуливаешь слева, да. Еще раз готовность. Да, все готовы пока. Запускаю босса. По слову пул пуляем. Меня жуки не показывают, когда говори там. Забил стер. На стен подбегу. На Юме, если есть пэска, закинь по определенно. И смотри, ни в коем случае хики не защитуй. Жуки 10 секунд. Выбежали все в центр. Не бегите только параллельно луже. Все в центр. На луже никто не бежит. Пахлан побежал вместе с тобой 4 кнопки. Все перебежали и играем по трэшу. Мелкий трэш приоритетом. Большой и так сам сдохнул. Приготовились к луже выбегать. Выбежали с лужи и полёния с Ридом. Куда мне бежать? Локать. Локать. Все. Квадрат. Женя сам по себе закинет. Боб. Играйте по трэшу. Мелкому. Отбегите чуть назад. Подальше. К речке. Человек, которого выберет, ну просто убегает от него. Катит его. Леня побежал. Только не через рейд. Джан. Я бегу, бегу. Одна секунда. Все? Все, доиграли, мелкий трэш добили, да, все. Мелкий трэш приоритетом добить, все. ДКшники, подгрипните его ближе к боссу. Добили мелкий трэш вначале. Хорошо. Все то же самое дальше. Первая в ромб, только бежит по холлан закидывать боб. Вторая опять в квадрате. Жуки 10 секунд. В теории мы можем его перевести. Подожди, не пиленькой. Так, сейчас много стаков, старайтесь не удать. Кто может подстанивать мелкий, всегда подстанивайте. Чтоб много стаков не набрали после фазы закопки. Стопните по боссу. Все, не бейте босса. Отбегите в центр. Все, ждем, пока выберется цель. Скибиди побежал, Женя. Пахлаван. Смотри, Женя ПВЛ плохо. Смотрите, отбегите. Ты последний, Сашка, будешь. Все понял. Смотрите, не набирайте стаки сейчас. Вар касается всех, у кого урона много. Войд побежал. Сатуна кинет Войду. Все, выбежали за квадратом. Сначала Боб, давай. Да, окей.
Синюшки, не заруините, главное. А тебя не ваншотят под точкой? Нет. Ну, покиньте ходок. Молодцы. Добивайте мелкий трэш, последний человек просто убегает. Троянский выведи просто. Одна через рейки веди. Смотрите, рейки. От шипов. Все, добили мелкий трэш. Стаки не набирайте. И пошли пока по нубу, пока никто не играет. Мелкий трэш добить приоритетом. Последнего добили. Подошли все под жопу. С боссом. Коля готов фейсбаунд. Давайте Геру. Давай, Коля. Чуки, 10 секунд. Вань, отдай. Угу. Нажми Void Gim на хп. Когда мы врахи? Один дальний жук. Наеми, нажми ты на Gim на хп сейчас. Не забывайте про свои прожимы. Блика зеленка покадай. Да, душим, душим. 11%. Жуки 6 секунд. Иннер по изморский иннер по Полинору. Шесть процентов. Давайте, давайте. Души. Четыре процента. Ренессанса прокиньте. Топ-хил. Грация. Даже не почувствовали. Он слабее. Плач на хакасе. Резко люди начали убивать. Теперь легко достало. А что, ачивку не дали, что ли? А нет, дали. Кому ничего не надо, летите на магика. Слышишь, Сань? Ау. Я лечу. Появилось премия Дарвина, и резко люди перестали фейдить. Клипы 2000. Какая премия? Просто босса порезали. Я пытался ее поймать. Премия. Ты что тут порезали? Люди там не умирали от всякой херни, типа шипов, и бопы нормально давали. И дичью не задевались. Дольше босс били, поэтому глупее ошибки делали. Так. Это первое убийство 50 на 50, поэтому еще плюс 750. А не до хера? Не, нормально. Типа, ну... Им больше ныли только. Да не, пусть копится. Отличное безумство будем делать. Бля, тут столько лута, я весь лут не успеваю забрать просто. На трофеи просто подойди и все. Так это понятно, не про трофеи говорю, вообще лута очень много. Ладно, я покажу замену, да? Так, теперь. Саня, там вот такая хуйня не... падала, если нет, то я пошел. Так, подожди, короче. Пока разберемся, сейчас. Да к чего, напрессани на этот, на ИП. Поддельно химичный. Да дальше пойдет. Классно, мне одного саппорта хватило на 2 ИВК, и третий еще хватит. Так. Таня Великого Крестоносца. Это сколько ему боссов? 5, да? 150, это сколько? 650, да? 750. Сомалийская с нами, нет? Да, 1500, 1500. Не, сомалийская за двух боссов только. А, отними сомалийская, по хабану, точнее. За двух боссов это сколько? Минус 300 ему сделать. 350. И Дексионе тоже он на первых двух, по-моему, не был. Он тоже минус 350. Теперь давайте не пошли с мод с первого босса.
Притормози. Сапоги из морски нужен? Босс. 10 ЕВ. Лапочка 10 раз, 10, 2, 10, 3. Кидай обмен, Вадим. Квадратику. Кому ничего не нужно, летите на магика и уже трэш можете фить. Разберемся там, да. Там еще переделаем рейд. Дальше. Наручи тоже. 10 типа. Лапочка. Изморский или Маша нужен? А, Маши не было. 10 раз. 10, 2. 10, 3. Кидай мне. Дальше. На пояс неплохой. Хотя такой же продается. 10 типа. Надо кому? На офспеке 10. Лапочка 10 раз. 10, 2, 10, 3. Кидай мне. И заделась. Вадим, мои ликвисли. Бриджи. Тоже самое 10 типа. 4 кнопки раз. 2, 3, кидай, Ваня. Ну, он по последнему приоритету ролит, то есть никому ничего не надо. Билет тоже грудь. 10 раз, 2, 3, кидай, обмен. Дальше. Лёня, запы тебе ж, по-моему, эти нужны были. Я уже... Ну, вот они есть у меня уже. Запы десятка. Апокалипсис. Раз. Два. Блин, я из-за ТП замфирал. Кидай обмен. Квадратику. Мне ботинки надо. Дальше, топор, комбо-трок нету, за один кристалл пропасти на этот, на трансмут. Давай просто рольте. Потом на трансмуты. Ладно. Дальше. Дальше самый вкусный плащ сила эст, кто был. 7500 Дженя. 7500, короче, 5. Дженя, ставит кто-то больше? Раз, 8000, два, раз, два, не, так, это получается, это стартовое, 8500 топ-хайт, давайте быстрее только, чтоб я не, времени мало, 10к ему бой, раз, два, 11 топ-хайт, 12 ему бой. Раз. 13 топ хайт. Раз. Два. 14.80 эмобой. Ставит кто-то бой. Топ хайт 15 раз. 14.500. Сука. 14.500 раз. Два. Чтобы долго они не пошли, потому что там тупили. Так, теперь другой похожий плащик. Тирик. Накидка перемещения, вот это вот. Неплохая, кстати, на Аркан Мага Лаксар. Надо 10 ЕП. Полинор. Полинор Тернова. Аркану не особо нужен крит. Саша, может. Да я сейчас провтыкал. Хаста. Так. Нет, следующая ставка это не 10, а следующая ставка уже 100 идет. 500 скибидей. 10, потом 100, потом... Да, это уже ново. Короче, скибиди 500. БТ-тестер 700. Буревестник 1000. Раз. Два. БТ-тестер 1200. Буревестник 1300.
Кидай, Паша, мен. Это не сила Эстаса, если что. Ты хоть видел, что это не другой тварь? Следующий. Раз. Ну, дай обмен. Ты силу Эстаса уже разъепешен. Ну, принимай.